Едем с почты, забрали посылочку, мне пришла на обзор канцелярия, придем домой, будем распаковывать. А, вот и содержимое посылочки. Та-дам! Так, и что тут? Ух ты! Бумажечки. Фломастеры. Чуть я думала, они потоньше будут. Ого. Ручечка. Я вообще-то не такую ручечку заказывала. Ну, не важно. Кое-кто уже стыбил. И блокнот. Красота какая. Да. Иван, кое-кто уже утырил. Ему нравится. Угу. Он тоже любит канцелярию. Знаете, какой показатель прихода весны? Мы пересели в велик. Весна, тепло. Вот еще один символ весны. Болото. Как в том анекдоте. Грязь. Грязь замерзла и грязь засохла. Если уж весна, то весна должна быть во всем. Я посадила у себя расти зеленый лучок. У меня же некоторые попроклевывались. Прикольно так. Не знаю, вот по весне почему-то зимой меня не тянет на подобные вещи. Вон у меня там еще петрушка растет тоже в горшке на подоконнике. И лучок. На подобные вещи меня реально тянет именно по весне. Зимой как-то вообще неохота такое выращивать. А у вас? Называется, что такое не везет и как с этим бороться. Я не болела всю зиму, вообще ни разу. Так, пыталась простыться один раз. Но наступила весна, потеплело, и я заболела. Ой, вообще, блин. И еще, кстати, одна мысль о болячках, о чем я подумала. Я когда только вышла в декрет, в первую зиму в декрете, я почему-то считала, что, блин, у меня усилился иммунитет, потому что я за первую зиму вообще ни разу не заболела. Но вот в эту зиму я пришла к выводу, что, блин, наоборот, иммунитет в декрете падает. Я раньше стабильно, когда ходила на работу, за зиму болела минимум 3-4 раза. В этом году я заболела вот первый раз весной. Но фишка в том, что я поняла, что я просто почему не болею. Я на работе сталкивалась постоянно с какими-то, ну, источниками заболевания, а дома, сидя, я с этим не сталкиваюсь, я нигде не бываю. Но тем не менее, потому я и не болею, потому кажется, что иммунитет сильный. Но по факту, как только домой приходит муж, у которого хотя бы какой-то намек на болезнь, я сразу же от него простужаюсь.